К другим новостям. Авиаторы «Алроса» отмечают свой профессиональный праздник – День воздушного флота России. Напомним, памятная дата приходится на 3 воскресенье августа. Для Мирнинского района авиация имеет особое значение. Благодаря ей начиналось освоение Западной Якутии. В 1957 году в Мирном был построен аэродром. Первым командиром Мирнинского авиаотряда был назначен Владимир Кузаков. Неоценима роль этого человека в решении сложных задач авиационного обслуживания, нужд Якут-Алмаза, Вилюйгэс-строя и в целом Мирнинского района. В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения. Обо всем этом говорили во время торжественного мероприятия, куда пригласили всех причастных к празднику. Более 80 работников авиакомпании «Алроса» и Мирнинского авиапредприятия получили благодарственные письма, грамоты, а также лучшим присвоили почетные звания «Ветеран авиации Якутии», «Ветеран Алроса» и «Почетный работник воздушного транспорта республики».